Всем привет! Мы сегодня будем рисовать из пластилина цветочек. Сделаем красивый подарок на 8 марта для бабушки, мамы или сестры. Нам понадобится цветной пластилин, шприцы, белый лист бумаги или цветной картон. Помещаем пластилин в шприц, закрываем и опускаем в горячую воду. Так мы сделаем со всеми оттенками нужного нам пластилина. Пока мы делаем рисунок карандашом, пластилин должен нагреться, и тогда он будет легко выдавливаться из шприца, принимая форму необходимого рисунка. Это можно сделать вместе с детьми. Очень увлекательный и залипательный процесс. Пока наши шприцы нагреваются, мы фиксируем лист бумаги, чтобы не прыгал, и делаем рисунок карандашом. У нас будут тюльпаны. После этого мы берем шприц и начинаем выдавливать тоненькой линией и распределяем, фиксируя на бумаге. Сначала будет не так легко, потому что нужно присноровиться, а потом уже процесс будет в радость и получится красивый рисунок. Можно немножко фантазировать и разными цветами создавать живопись. Вот такой рисунок у нас получился. Если вам нравится, можете обязательно повторить. Ну а если вы еще не подписались на мой канал, подпишитесь прямо сейчас, ставьте лайк, пишите комментарий, делитесь с друзьями. С наступающим праздником!